Всем салам алейкум и здравствуйте, мои хорошие. Я приехала в Белья, и здесь такой прекрасный ресторан. Пришли посидеть. В общем, здесь очень много зелени и, как всегда, рядом море. Вот так красиво здесь. Сейчас будем где-нибудь садиться. Ребят, я вам скажу, что вот я присела здесь на улице. Здесь настолько прохладно, так интересно, что вот улица, казалось бы, 5 часов вечера, солнце еще только садится, но на самом деле прохладненько, потому что очень много зелени, фонтаны, просто клево. Пока еду принесут, можно здесь немножко покачаться, погулять. Очень большой как парк, прям в ресторане как парк. Представьте себе, как здесь клево, я вам говорю. Пошли, смотрите, какая красота. Ну, в общем, здесь гулять и гулять. Вау, клевый столик. Смотрите, кто хочет, может здесь. Разного типа здесь столики. Такие вот как беседки в зелени, вот такие столики, ну, очень клево. Мне понравилось, буду сюда приезжать. Сейчас еще оценим еду, какие здесь блюда. Ну вот еще такие беседки, которые окружены зеленью, здесь тоже можно сидеть. Также у нас в Азербайджане, вот в Баку, в ресторанах, знаете, что хорошо? Еще знаете, что у нас в ресторанах в Азербайджане, вот на улице, что прекрасно? Мало того, что море, конечно, неподалеку, так еще хотелось бы сказать, что есть такие беседки, есть кабинеты, где они с кондиционером. Кто хочет, может сидеть в прохладе, кто хочет, может сидеть вот так вот на улице. Ну, тоже, кстати, прохладно, не тепло, потому что очень много зелени, опять же, везде вот разные водоемы, не знаю, там фонтаны. Но мне очень нравится, поэтому клево.